Память о защитниках нашего Отечества священна. Священна и память о герое Советского Союза Василии Рынде. Он родился в 1918 году на хуторе Горбы Гребенськовского района Полтавской области Республики Украина. В 1939-м был призван в Советскую армию. С июня 1941 года Василий Ильич участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Южном фронте. Механик-водитель танковой бригады. Будучи тяжело раненым, мужественный танкист вывел неисправный танк из зоны артиллерийского огня. Право открыть мемориальную доску в его честь представилось ректору ЮРГУ Александру Шестакову. Вот этого геройского человека – это пример служения своему делу. Он технически был очень грамотный, подготовленный, значит, человек. И он до конца своей жизни работал в Южноуральском государственном университете, сколько мог, и учил наших студентов. Поэтому то, что вот сегодня эту доску мы сюда здесь открыли, это добрая память о Василии Черыне, это совершенно справедливая память, и нужно нашим студентам рассказывать, что он сделал для нашей страны, для нашего университета. Я думаю, это дань, наша дань памяти людям, которые совершали победу еще в 41 году. Это было действительно геройство. Тогда редко давали герой Советского Союза, и вот ему дали.